Во всех храмах Кубани прошли божественные службы. В Свято-Покровском ее провел митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор. Вместе с прихожанами службу отстоял и глава региона Вениамин Кондратьев. В храм он пришел с женой и детьми. А после прихожане возложили цветы к памятнику Петра и Февронии. Именно в Свято-Покровском храме находится предел с иконами святых Петра и Февронии Муромских.